Сжигать сухую траву, да и любой мусор, а также разводить костры на полях в России отныне запрещено. Такое решение правительства сегодня вступило в силу. Оговаривается, что применение огня возможно при полном соблюдении пожарной безопасности. По новым правилам ПАЛ запрещен также у автомобильных и железных дорог, мостов и трубопроводов. Штраф может достигать 200 тысяч рублей. Все эти меры приняты, чтобы уменьшить риск природных пожаров, причиной которых часто становится именно бесконтрольное сжигание травы. Только в этом году в одной лишь Хакасии от огня пострадали 40 поселков, жилья лишились тысячи людей.